Смотрите, на самом деле мы придумываем велосипеды очень часто, там, по подаче инвестору так или сяк, есть замечательные образцы мировой литературы. Я вам настоятельно советую посмотреть такую презентацию человека по фамилии, по имени Гай Кавасаки, если вы ее не видели. Она называется «Art of the Start», и книжка есть соответствующая. Человек знаменитый очень, он был довольно долго евангелистом Apple и выводил Apple, собственно, из того места, где они были 15 лет назад, туда, где они есть сегодня. Там как раз все написано пошагово. Презентация называется «Лучшая презентация вообще всех народов». Просто важно ее почитать, там принципов много. Первая история. Вторая история, вкратце изложить. Вот когда вы рассказываете что-то в лифте, понимаете, я вышел из лифта и забыл бы, да, визитные карточки, ну, как собирать визитные карточки, вот сейчас забываешь, что там было написано. Поэтому я рекомендую иметь с собой бумажечку там на одну, ну, на две странички, на случай, если за эти 2 минуты человек заинтересовался, просто ему ее отдать. Формат очень простой. Значит, он из нескольких абзацев состоит. То есть постановка проблемы, существующие решения проблемы, то есть конкуренты, если такие существуют, потенциальный рынок, российский или зарубежный, смотря на куда вы целитесь, ваша уникальность, чем вы отличаетесь от того, что существует сегодня на рынке. И дальше, соответственно, что вам надо и для чего, в смысле денег. Вот нужно там 1,5 миллиона долларов для того, чтобы из точки А дойти в точку Б вкратце. И в последнюю, так сказать, контакты и, собственно, команда вкратце, хотя бы ключевых пару игроков. Вот все, это не должно занимать больше 2 страниц. Очень вам поможет для того, чтобы структурировать ваши, собственно, мысли и деяния. Все, теперь я готов ехать в лифте.